У нас погода на воскресенье, 24 февраля. Международный порт на Каспийском побережье Актау встречает день снежной погодой. Синоптики обещают днем минус 2-4 градуса, в ночное время минус 4-6. Влажность воздуха 50%. 24 февраля на западе страны в Актобе будет снег. Днем минус 13-15 градусов, ночью столбики термометров на отметке 19-21 мороза. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В воскресенье в Атырау ожидается солнечная погода. Днем минус 3-5 градусов, ночью температурные показатели на отметке 10-12 мороза. Геомагнитное поле без возмущений. Небо над первыми космическими воротами мира и одноименным городом Байконур снежное. Показатели термометров днем на отметке минус 4-6 градусов, ночью минус 10-12. Влажность воздуха 55%. В воскресенье в городе Балхаш без осадков. Днем столбики термометров на отметке минус 6-8 градусов, ночью понижение температуры до 17-19. Геомагнитные показатели в норме. В Жизказгане синоптики обещают снежную погоду. Температура воздуха днем минус 9-11 градусов, ночью 11-13 ниже нуля. Атмосферное давление 730 мм ртутного столба. 24 февраля в шахтерской столице страны Караганде солнечно. Днем столбики термометров на отметке минус 8-10 градусов, ночью температура воздуха понизится до 15-17 ниже нуля. Атмосферное давление 702 мм ртутного столба. В воскресенье в красивом городе Кокшетау ожидается снег. Днем минус 13-15 градусов, ночью температура воздуха понизится до 20-22 мороза. Влажность воздуха 85%. В северном Кустанае будет холодно и снежно. Температура днем минус 17-19 градусов, в ночное время 21-23 мороза. Юго-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. В Кызыларде, расположенной на берегах самой длинной реки Средней Азии Сырдарья, переменная облачность. Днем минус 2-4 градуса, ночью минус 5-7. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. В воскресенье в Павлодаре синоптики обещают снег. Температура воздуха днем минус 2-4, ночью 16-18 градусов ниже нуля. Влажность воздуха 80%. В северном Петропавловске, как и в большинстве городов нашей страны, в этот день будет снежно. Столбики термометров днем на отметке минус 15-17 градусов, ночью 20-22 мороза. Геомагнитное поле в пределах нормы. В восточном регионе нашей страны, Семеи, в воскресенье ожидается снег. Днем температура воздуха минус 2-4 градуса, ночью 12-14 мороза. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба. В центре Семеречья Талдыкургане синоптики прогнозируют снег. Днем температура воздуха плюс 1,3, ночью минус 8,10. Атмосферное давление 708 мм ртутного столба. Древний красивый Тарас встречает воскресенье снежной погодой. Воздух днем плюс 1,3 градуса, в ночное время минус 6,8. Атмосферное давление 705 мм ртутного столба. В казахстанской Магнитке, городе Темиртау, ожидаются осадки в виде снега. Днем столбики термометров на отметке минус 8-10 градусов, ночью 17-19 мороза. Влажность воздуха 75%, атмосферное давление 705 мм ртутного столба. В одном из самых древних городов Средней Азии и Туркестане погода без осадков. Днем плюс 1-3 градуса, ночью минус 2-4. Геомагнитное поле спокойное. В воскресенье в Уральске ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха днем 10-12 градусов ниже нуля, ночью минус 17-19. Влажность воздуха 95%. 24 февраля в центре цветной металлургии страны Усть-Каменогорске снег. Днем температура воздуха на отметке минус 2-4 градуса, в ночное время 11-13 ниже нуля. Атмосферное давление 730 мм ртутного столба.
В воскресенье на юге страны, в Шымкенте, пасмурная погода без осадков. Днем температура воздуха минус 1,3 градуса, ночью минус 3,5. Геомагнитное поле в пределах нормы. В Экибастузе синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем столбики термометров на отметке минус 6,8, ночью 16-18 мороза. Влажность воздуха 88%. 24 февраля в самом крупном мегаполисе нашей страны Алматы ожидается снег. Днем температура воздуха плюс 2-4 градуса, ночью минус 6-8. Влажность воздуха 80%. Геомагнитное поле без возмущений. В самой молодой столице мира и главном городе нашей страны Астане ожидается снег. Днем температура воздуха минус 11-13 градусов, ночью 16-18. Атмосферное давление 730 мм ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Несмотря на любую погоду, в зимние дни заботьтесь о себе и о своем здоровье. Добавляйте в свой ежедневный рацион полезные для организма продукты питания. Например, ягоды годжи. Это один из самых питательных продуктов на планете. Ключевую роль в распространении популярности ягод по всему миру сыграли антиоксиданты с повышенной способностью поглощать свободные радикалы кислорода. Недавние исследования показали, что сила ягодных антиоксидантов в 5 раз превосходит чернослив и в более чем 25 раз брокколи. Наслаждайтесь дарами зимы и готовьте по лучшим рецептам, о которых вы всегда можете узнать на телеканале «Магия кухни». С прогнозом погоды на 24 февраля ознакомила вас я, Юлия Тургаева. Будьте здоровы! 2 марта. Алматы-арена. Группа «Битва». Презентация нового альбома «Горизонт событий» и все хиты. Билеты во всех кассах города. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».